Всем здорова, ребята! Мы продолжаем прохождение игры GTA San Andreas. И вот те самые деньги, которые нам даются за владение территорией. И, кстати говоря, у нас не так-то и мало территории. Ух ты, на нашу уже напали. Ну что ж, пойдем выручать. Мы же не потеряем одну из наших немногих территорий, которые у нас есть. Так что будем отбивать атаку баллосов, которые спят и видят. Как... Ух ты, сука! Вот это я нежданчик поймал. Ох ты, спасибо, братан. Ты прям мне помог. Так, вот так. Вот. Нет, я думаю, что там еще кто-то есть. Не может быть все так просто. Куда бежишь? Стой, стой, не-не-не. Попай, вы что, я... Убери оружие. Они негативно на это реагируют. Так, как-то все плохо сразу прошло-то. А, ну у нас тут есть... Вот. А, это наш. А, ну нормально. По крайней мере, у нас есть бронежилет, и в принципе мы можем выполнять задание... Братцы, ну не надо! Ну вы что, проблемы гребем еще? Ну ладно, если вы так хотите, то можете, конечно же. Так, ладно, территорию мы отбили, еще деньги, причитающиеся нам, будут нам на счет переведены чуть позже. А сейчас мы посмотрим, какое задание нам предоставит наш любезный братец, который филонил предыдущую миссию. Ну, в принципе, мы без него справились очень легко. Вот, пожалуйста, еще $55. Замечательно, просто прекрасно. Да, Карл по-прежнему выглядит как клоун, но вкус у него такой уж весьма незавидный. Ладно, сейчас мы поедем на кладбище и должны будем перебить там всех бандюков. Чего? Так, даже не играю. А, нанимают. Ой, извини, я тебя нанять хотел. Все. Это я по-дружески так поприветствовать просто. Блин, не на ту кнопку еще нажал. Как-то нехорошо получилось. Так, все, мы наняли двоих головорезов, и теперь можем уже ехать выполнять задание. Это такие, как бы сказать, одноразовые бойцы. Они очень быстро помирают. Но, по крайней мере, хоть какая-то гневная мощь дополнительная будет. Уже хорошо. Что-то вы быстро заткнулись. Так, ладно, проезжаем мимо этой территории. Может, времени более чем достаточно для того, чтобы доехать до того места. Правда, ХП у нас очень мало, но это все компенсируется нашей аккуратностью и наличием у нас бронежилета, что уже, можно сказать, 100% ХП нам добавляет. Да хорош вы стрелять, сейчас еще копов приманите. Так. В ближайшее время можно еще захватить вот эту территорию. Она светлая, такая, фиолетовая, стало быть, сопротивление там будет минимальное. То есть бейсбольные биты, первая волна, вторая волна пистолета и третья волна атака не с полуавтоматическим оружием. Так что, в принципе, ее захватить можно за 1.5 минуты. Так, я научился водить, ребята, успокойтесь, все нормально, можете не переживать. Так, вот мы практически уже доехали до того самого места. Эта территория принадлежит, кстати говоря, нашей семье. Так что непонятно, какого хрена Баллос там хоронит своих братков. Так, прибыли слишком рано. Как мы слишком рано приехали? Да ладно. Рано не поздно, по крайней мере. Ты-то сдурел. Давай свою задницу. Саживай. Да ладно, сейчас еще 2 минуты ждать. Ты безумный какой-то.
Я думал, за это время нам нужно доехать до этого места. Оказывается, нам нужно обождать это время. Ладно, ждем. Тут уж определись, в конце концов. А, ну ладно. Остановился в 2 миллиметрах ниже, и все. Не хочет садиться. Чудик. Давно пора. Так, ладно, возьмем МПшечку. Да ни хрена вас не видно. Как сказать, бани сохранить позицию. Не буду им приказывать, они сами поймут. Делай как я, и все. Это все, что вам нужно знать. Ну, сейчас будут объяснения. Что да как обычно. Ну, получается, все это время не в кустах посидели. Нормально. Не самый лучший день, ну ладно, как скажешь. Так, ну что ж, ладно, начнем аннигилировать всех наших врагов. Так, ребята, не. Бегать-то не надо. Так, стой, ты супер бронированный. Да вроде не похоже. И как раз менты, естественно. Как же без них-то? Так, стой, не. Надо обойти. По-хитрому здесь. Инициатива дрючит инициатора, который раз уже убеждаюсь в этом. Ребят, вы стрелять-то будете или нет, а? Вот уже слит пошел. Ох ты, крысо. Спасибо, что прикрываете, братцы. Да толку от них ни хрена никакого нет. И скоро патрон все потрачу. Вы будете... Да смотри, он еще и упирает. Так, ладно, справлюсь один. Да ладно, не слишком ли много у вас? Сейчас вы вертушку, может быть, призовете вам помочь. А куда звук пропал? Странно. Я же тебя все равно добью. Я же тебя все равно убью. Все, готов. Отлично, Сиджей. Я знаю, что отлично. Я один справился за всех вас. Хорошо, хоть Смит, что там? Избавься от оставшихся охранников? Да ты что? Ладно, звук почему-то пропал, я не понимаю, почему. Но в этой модификации такое бывает. Изредка, но случается. Садись в машину, везди Смита домой. Стой, там еще же еще один охранник убежал. Плевать на него, да? Ладно. Ну, отлично, машинка подойдет как раз для того, чтобы доехать сюда с ней. Опа! И музычка появилась. Давайте, садитесь, придурки. Так, а Смит? А Смит где? Смит? Ты уж сидишь там, а, понятно. Ах ты! Все, стой. А, и тот, кто сбежал. Совесть у него проснулась, и он решил вернуться к своим павшим братьям. Дебил, честно сказать. Так, ладно, тех оставим на том месте. От них все равно толку вообще никакого, они ни разу не выстрелили. Можно было их не нанимать. Вот, пожалуйста, вернулся звук. Долгожданный. В принципе, можно было не сделать, да? Ох, вы уроды. Так, ладно. 2 звезды это слабенько. Мизерное сопротивление, можно так сказать. Ну, чтобы все-таки было легче, можно им взятку дать. Тут я где-то звезду видел. Так, кто спят звезду? Она тут была. А, точно она там. Вот так. И все, минус 1 звезда преследования. Сейчас это и исчезнет. Да, обширная территория у балласов. Это захватывать и захватывать еще придется. Но не скоро. Не скоро, опять же, мы к этому вернемся. Пока это делать бессмысленно абсолютно. Стоп, 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 стоп. Ах ты, торгует. Наркоторговец мерзкий. Стой на месте. Стой, стой, где стоишь? Так. Мои деньги. Короче, сюда. Отлично. Прекрасный фарм.
Отвозим. Да, но все-таки я не научился нормально водить. Сойдет и так. Охренеть, они уже на нашей территории тусуются. А ну вали отсюда. Вот так. Машина сдымится уже. Это, то есть под домашний арест меня сажали, да? Понятно. Так, еще бабло. Бабосики. Вертушка тут пролетает. Ну, на этом, в принципе, можно и закончить. Всем спасибо за внимание и до скорых встреч в прохождении игры GTA San Andreas с модификацией Sunny.